Доброго времени суток, друзья! Сегодня, пожалуй, особенный выпуск. Проект Astra Channel празднует свой первый день рождения. Ровно год назад, 12 ноября 2012 года, в свет вышел первый выпуск нашего проекта, и он был посвящен максимуму метеорного потока Тауриды. Начиналось все более чем скромно. У меня не было камеры, поэтому присутствовал только закадровый голос. Да и он записывался на самый обычный диктофон. Вот на такой вот. А размер изображения был 720 на 480. Но уже тогда у нас появились первые зрители, а дальше больше. Мы растем вместе со своей аудиторией. И сейчас у нас вышло более 80 роликов. Все видео снимаются в формате HD. На YouTube на нас подписано более 450 человек, а в группе ВКонтакте мы буквально только что взяли своеобразный рубеж в 2000 подписчиков. Хочется верить, что и наш профессионализм тоже возрастает, но проект по-прежнему остается любительским. Вот сейчас 4 часа утра, а я только записываю это видео. После этого я пойду его монтировать, а утром пойду на работу. Астрономия для меня, так же как и для вас, это хобби, а этот проект – часть моего увлечения. Поэтому он записывается в свободное время и чаще всего дома ночью. Но бывали случаи, когда мы записывали и днем, и на улице, вот, например, весной в снегу. Сегодня в Вологде аж плюс 10 градусов, и несмотря на этот снег, у нас все тает, а над головой яркое синее небо. Кроме того, или летом в поле на комарах, когда без опрыскивания специальным спреем просто невозможно выстоять. Хорошо. Погнали. Была у нас даже рубрика «Опрос», когда мы вышли на улицу и задавали вопрос, сколько же планет в Солнечной системе обычным прохожим. Не знаю, все забыла. Все забыла. 9, наверное. Но эта рубрика не получила своего продолжения, потому что я разочаровался в самой идее. Дело в том, что мне не хочется показывать какую-то неграмотность людей, и чтобы мои подписчики смеялись над этим. Это неинтересно. Возможно, в будущем я вернусь еще к самой форме опроса, но это будет реализовано как-то по-другому. Сейчас у нас уже появляются проекты внутри проекта. Например, рубрика «Дневник кометы и сон», где мы рассказываем о текущем положении дел для этой хвостатой страницы. Могу сказать, что в будущем таких постоянных рубрик у нас будет значительно больше. Напоследок я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность тем людям, которые активно участвуют в развитии проекта Astra Channel. Тем, кто дает нам свои комментарии, советы, рассказывает о метеорных потоках, кометах, астероидном поиске, жизни обсерватории и многом-многом другом. Хочу сказать спасибо зрителям за то, что смотрите. А свое мнение вы можете всегда оставить в комментариях под нашим видео. А на сегодня у нас все, но совсем скоро свет увидят новые ролики от нашего проекта. И если вы подписаны на наш канал и состоите в нашей группе ВКонтакте, то обо всех обновлениях вы узнаете первыми. Пока! Партнер проекта – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта – planetarium.ru.